бонус миссия, отсек утилизации. Как будто ты читать не умеешь. Как будто все читать не умеют. Окей. Я буду представлять, что ты первоклассник. Окей. Ты дроби уже знаешь? Отлично! Нет. Окей, где еще? Он бежит. Подожди, 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 это... О, ты это видел? Да ё... Ай! Задница. Ты еще жив? Пока да. Помоги! Я рядышком. Херня какая-то. Помог как мог. Говнище. Ну это я налажал. О боже, херня какая. Да, давайте в этих местах будем использовать снайперскую винтовку, да! Угу. Здесь она очень поможет, снайперская винтовка, на таких локациях. Просто браво. А давайте будем продавать костюм снайпера за 150 рублей. Да! Вот мне, вот серьезно, вот покажите мне хоть одного человека, который купил бы... Купил бы костюм снайпера за деньги, вот реально. Может, кто-нибудь купил. Они, кстати, взяли эту фишку. Ну, не фишку, а... Блин. Это не фишка. В общем, то, что можно продавать здесь, покупать, точнее, ресурсы за деньги, это они слезали с Mass Effect'а, то есть третьего. Там тоже можно для мультиплеера покупать себе всяческие пушки и аптечки за деньги. Говно это, дробовик! Надо шлепать назад, евангелиста. Help me! Достаньте на них, используй. Он даже без головы сражался. Они идут сзади, сзади, осторожно. What the fuck? Да я стазис нажимал! Какого хера, а? Я серьезно нажимал стазис, но почему-то игра сказала, что я не нажимал стазис, окей. Текстовое сообщение, подожди, я прочитаю, может быть, что-то полезное есть. От полковника Джона Гакскела, кому ген... генерал С. Маха, тема утилизации. Согласно вашему приказу, холлы забиты всеми исследовательскими документами, лабораторным оборудованием и биологическими образцами, которые мы смогли найти. Команда утилизаторов в полной готовности и только ждет вашего приказа. Все еще нет никаких данных о Серрано или Розетте. Теперь. Да ну нас нахер! Я здесь только что оставлял молоток, топор, где он? Еще еще. Блин, пока ты убивал, я только нашел топор. Подожди, оставь мне какой-нибудь врага, я хочу его топором забить. Нету никого. Но... Блин, это та же самая локация, по которой мы ходили с тобой в бонусной миссии в прошлой и в кооперативной миссии. Та же самая локация. У них... Серьезно, у них... Что? Что у них? Вот я просто не представляю. Это как... Я понимаю, что японцы делают однообразные тупые игры сложные, но... Ёпарасоты, эти же люди здесь в Америке живут. Как они... Как они могли вообще такое придумать и подумать, что однообразные миссии будут интересными? Вот кому-то не насрать на этих... На эти ресурсы. Я кинул топор и ничего не произошло, окей. Отойди! А
Ахи этих ракетницы не убивает. Пока. Сейчас взорвется пола на нем. Надеюсь, убила? Убила. Подлечись. Я его добил. Ты хромаешь. Да, давайте не будем делать ничего страшного. Какая печаль. Давайте просто будем делать врагов посильнее. Нет, давайте даже не будем придумывать новых врагов. Давайте просто сделаем старых врагов, обмотаем их какой-то жижей и прибавим их побольше хп и сделаем их немножко сильнее. Да, они тогда... Это будут стопудово новые враги, и как бы не заметят этого игроки, да. В принципе, это с первой части, но хотя бы в первой части их так много не было, и такого тупого мяса не было. Ух ты. Кто будет проктологией заниматься? Ты? Или я не знаю, как это назвать. Тестинговый центр. Да, а второму игроку в этот момент нужно просто стоять и нихера не делать. А, нет. Отойди! Оп! Отошел. Насилуй, сейчас вдох уходит. Я не знаю, я... Кто, в того... Для встречи с ними надо просто иметь полное хп, походу. Потому что я долбил на Е, и нифига. Так нет, дело в том, что я кинул в него стазис, и на нем стазис не закрепился. А, мне теперь говорят, что я погиб. И мне. Какой это отстой, а! Вау. Там просто вылез взрывающийся хрен, и он нам все хп снял. Так, а, блин, я не в ту сторону, стой, уйди оттуда! Извини, я не в ту сторону пошел! Сзади! У тебя. Я не в ту сторону пошел, ты меня не предупредил. И чё? Ну и чё? Ты чё, не вскрылась? Я открыл его вообще-то. Нет, меня тебе... откинуло, видимо. Угу. Ну если что, у нас столько соматического геля, что мы можем себе аптечку насоздавать просто до задницы. У меня 2439 соматического геля. Ну, единицы точнее. Слушай. У меня 3,5. У меня такого чувства дежавю не было со времен, да я даже не знаю, просмотра фильма «Крестный отец», что ли? Ой, давай не будем этой херней заниматься, а? Так. Кусок прыща! Сзади! 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 Да что за... Сзади аккуратно. Просто проходил мимо. Да пошли вы нахер! Миссия с тупым мясом. Надо лечиться по очереди. У меня, кстати, осталось две маленьких аптечки, если чё. И все. Нет, подожди, здесь не так. И не так. А, все понял. Вот так вот надо. Ага.
А, здесь просто лестница была сломана, окей. Ничего, чекпоинт нам поможет. Пойдем до следующего станка, я себе аптечек наделаю. Ну или заберу их. What the fuck, у меня глючит все. Там впереди станок и гардероб. Вау, вау, глюки. Вот видишь, когда ты не разбиваешь эти решетки, мы проигрываем с тобой. Я Бамблби. А ты... Я разбивал. А ты просто обжабанный напарник. Обжабанный. Каждый день обжабанный. Да-да-да. Точно, я же тебе скидывал. Ну так ты мне, да, ты мне скидывал. Да мы жупоты. Мне интересно, во всех кооперативных миссиях только у тебя глюки будут или... О, господи. Ой, ну эти маленькие твари. Нихера себе скорости! Дай. Так... Я не мог бы... Статисом как не пытался, просто что я только не делал. Я тыкал на эту сраную кнопку C просто 20 раз. Да, у меня то же самое. Иногда просто не влетает этот стадий сраный. У меня то же самое было с дробовиком. Я стреляю прямо точно в врага, и выстрелы летят мимо. Они не летят во врага. Я не знаю почему. Из-за вертикальной синхронизации или из-за того, что руки кривые у кого-то. Короче, вот сейчас представь себе, вот вспомни миссию, которую ты ходил, и которые у тебя были здесь велосипедики, да. Все то же самое. Ты у тебя было вот то же самое. Да, вот это то же самое. Это вообще же халтурище. 1200! 1200! Подожди, мы хоть ту миссию выполняем. Знаешь, что будет самое смешное? Это то, что если нам придется вот бегать по этим всяческим геологическим отсекам, то там будут точно такие же локации. Это будет забавно. Это будет просто нереально тупо. А! Помнишь, что дальше будет? Сейчас мы будем оборонять спускающийся лифт в третий раз. Я тебе гарантирую это. Сейчас еще враги. Смерти, не знаю. Нет. Сбой энергии, окей. Значит... Слушай, просто даже к гадалке не ходи. Окей. Как бы тебе это сказать? Я, кажется, понял, что сейчас мы не будем проходить дополнительную бонус-миссию. В общем, как бы тебе это сказать? Хочешь окорочок? Окорочок по-еврейски. Окей. Спасибо. К тебе Виспа-то в гости зашел? Не Виспа. Это и называется, да, окорочок по-еврейски. Не Виспа, а Элвизард. Нет, просто как бы я разлетелся на кусочки. Я просто сам. Я под себя стрельнул ракетой. Я вот стреляю в этот прыщ сраный! Во фритюре! И не могу попасть! Давай быстрее пройдем эту бонусную миссию. Давай не будем лажать. Чтобы она побыстрее закончилась. Вообще какая-то не бонусная, а наоборот. Она должна даваться в наказание. Я понимаю, бонус это когда нам, например, покажут... ногу третьего размера. 37-го, в смысле. На киски. Давай вот здесь встанем, вот здесь вот. Вот здесь проще обороняться, чем у двери.
здесь еще. Все, что ли? И тут неожиданно дверь открывается, да? Вау, вот эта система. Просто сама внезапно. Так, давай заберем аптечек. А, побольше, побольше аптечек заберем, раз игра такая кошерная. У меня 210 вольфрама, я даже не знаю, куда мне его девать, если честно. Так. Слушай, можно большую аптечку взять, которая тройная. Нет, у меня еще есть. Мне кажется, это бессмысленная ресурсотрата. Там. Кого? О, черт. Че? А, нет. Что-то я вообще не понимаю. А, все понял. Я не понимаю, что ты хочешь сказать. Так, клепальный дробовик отстойный. Поэтому надо переделать. Так, ущерб сейчас вот такой. А вот знал бы я сейчас, как сделать дробовик евангелиста. О, боже. Черт. А вот, дробовик евангелиста. Он будет получше того дробовика, который у меня был. Точнее, клепального дробовика, на который я заменил. Сделал все три больших аптечки. А нет, 7 больших аптечек, но 3 взял с собой. А я просто вытащил из сейфа аптечки. Подожди, а тут нету станка? О, в смысле гардероба нету, да? Окей, это печалище. Давай! Давай что ли анекдоты рассказывай, я просто не знаю. Давай скачаем сборник анекдотов или это... Нет. Запись передачи анекдоты с канала Перец. Они и то будут интереснее, чем эта игра. Давай это, Петросяна. Нет, Да мы, если Петросяна будем показывать, то тогда эта игра, в принципе, перестанет быть интересной. Да, Евангелист намного круче клепального дробовика, он отбрасывает их. А клепальный дробовик ничего не делает. Да, вот взял я дробовик евангелиста назад, и он дебест в дебест. Это просто... Ну знаешь, мне хотя бы... Хотя бы то, что дробовик хороший мне дали. Хотя бы оправдывает то, что я... Столько денег на эту игру вср... Ааа, господи. Есть у тебя? Нет. Пошли назад. Да и... Да ну его нафиг. Стой, бота можно поставить. А вдруг там большая мега аптечка? Вот большая аптечка. У меня уже есть. Нет, вдруг там нет, там вдруг аптечка, которая тебе будет постоянно восстанавливать здоровье. Не, нам. Ты чё, захотел сделать вал? Да все, в топку, в да. В топку. Я уже передумал. Кооператив! Нелинейный. Ну вообще тут справа справа находится табло для нажатия кнопочки. Поэтому правильнее будет тебе нажимать, а мне расстреливать. Но раз уж на то пошло, то я тебе пополню здоровье. Во, я только через лифт прошел! О, ты бы это видел! Подожди, встань там, как стоял. Нет, встань, просто встань, где ты стоял, да. А, только во время движения, наверное, можно было. Господи. Как можно в такой линейной херне столько багов оставить, как можно баг... Еще бот. Да. Упс, по-моему, враги. Сзади. Ублюдок! Ублюдок! Ублюдок!
Ну ты что, никак не сдох, скотина? Сзади! Сзади! У меня вот эта херня перерубает их так круто сразу. Какая херня? Бала, что ли, или что? Выстрели? Прочёт? Нет. Сейчас, погоди. Кто там, силовой резак, по-моему, называется? Да, силовой резак. Окей. А из чего состоит, потом скажи. Так, окей. А, вот сейчас прям можно посмотреть. У них, у меня, у гранатомета и у него одинаковый урон, но... гранатомет единственный раз выстреливает, а этот долго заряжается. Но зато 5 штук сразу в обойме. Так можно гранатомет увеличить же? А, и... Не, у меня в смысле увеличители урона стоят и там на максимум. Подожди, а как называется? Ты посмотри в станке, какие надо засунуть модификаторы в него. Точнее, из чего можно составить их. Сейчас скажу. Блин, а куда мне здесь ущерб? Так, плазморез и вариатор точности. Плазморез и вариатор точности. Ладно, потом сделаю. Подожди, прямо сейчас могу сделать что-нибудь такое. Плазморез. Вариатор точности. Производит разрушительные лучи кинетической энергии. И положу в сейф. Потом, если что, на него навешу что-нибудь. Подожди, сейчас я себе еще аптечку переложу. Не нашел гардероба? Новое текстовое сообщение. Почитаешь? Нет, не видел. Ого. Ты про себя читаешь, окей? Так, от Эмброуза Кайдена, нет, Спенсеру Махаду. Тема 5 уровень. Получив ваш отчет об открытиях доктора Сераны и учитывая замеченную активность на тестовой площадке обелисков, нами было принято решение активировать 5 уровень опасности заражения. То, что мы думали, могло спасти нас от уничтожения, гарантированно истребит всю человеческую расу. Так. Полезная инфа. Сейчас. Все касающиеся... Все касающееся обелисков, исследования, копии, в том числе и черный обелиск, должны быть навечно похоронены. Все посторонние объекты уничтожены. Все планеты, связанные с программой, внесены в черный список. Весь персонал, занятый в программе, от Аспера и Эгиды 7 до Тау Валантиса, казнен. Так, сейчас погоди. То есть они решили убивать всех, окей? Мы понимаем, что это серьезно подорвет наши силы в дальнейшей борьбе с сепаратистами. Все сомнения, они воспользуются... А вне сомнения, они воспользуются моментом, чтобы сформировать правительство Земли на тех руинах, что мы оставляем после себя. Но сейчас речь идет о выживании всего человеческого вида, и это приемлемая цена. Стоит лишь одному человеку, кораблю или чертежу попасть в их руки, и все наши жертвы окажутся напрасными. Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы выполните приказ. Для меня было честью работать вместе с вами все эти годы. Долгой жизни колониям. О боже. Пойдем отсюда. Какая здоровая и ненужная хрень. Давай, я сплю. О, серьезно? В третий, мать его, раз? В третий раз? А, подожди, нет. Что-то новое? Да. Что-то новое? А, нет, не новое, просто с другой стороны поставили. Они изменили локацию, они с другой стороны поставили кнопки вызова. Вот это неожиданность! Потрясающе. Как интересно. Как смотреть Гордона в полночь? Нет, даже Гордона в полночь смотреть интереснее, чем этот. Чем играть в этот отстой. У меня такое чувство, что что-то сломалось. У тебя нет такого ощущения? А, нет, все окей. О. Надо и руку отстреливать, а потом оставлять вот этот... Вот этот прыщ во фритюре. Чтобы взрывать им других. Нет, а сколько можно, а? Капец, пока из угла не выбежишь, они не придут.
О боже, я пошел еще выманивать. Наконец-то я попал, хотя я постоянно стрелял в этот прыщ. Сзади! Ох ты ж, мать твою, я убил себя. Ты так забавно! И меня еще почти разрубили. А у меня звук того, что меня жрут сейчас. Да, я взял кубер. Вы погибли! Какой кошмар. Такое говно! О боже! Давай сделаем так, чтобы быстрее закончилась эта миссия. Давай. Выключим игру? Не, ну мы уже почти что в финале. Я не буду из карабина стрелять. Дробовик, точнее, карабина на дальних дистанциях. Охереть. Я буду экстремальничать. Давай буду бегать руками, а ты убивай их. Это был экстрим. Откуда? А, он сверху выскочил на нас. Сзади. Ну, охереть. Зачем ты выстрелил? Я не стрелял, это ты выстрелил! А, это не он, это он нас обоих подорвал своей клешнёй поганой. Слушай, это супер интересно. А если бы мы начали играть на второй сложности, то мы, скорее всего, бы уже игру закончили. Надо было выходить. Ну боже, а! Зачем? Надо было ставить этот фритюрник. Фритюр. Сверху. Ну охереть теперь. Охереть. What the fuck? На сзади, 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 осторожно, сзади! Да как? Да ты чё, не слышишь, что ли? Я прямо слышу, что... Я слышал только, когда взорвало. Ну тебе нечего, наверное, было слышать, потому что уши у тебя вряд ли... Уши у тебя вряд ли остались. Я услышал, вау, побежал, и меня тут же взорвало. Какая херня? Ну ладно. А тебя могут... Здесь со всех сторон могут прийти. Отлично играем, просто изучаем, откуда выходят враги.
Ее, я все собрал. А вот теперь сзади. Надо бегать просто, а не стоять на месте. Сзади. Сзади. Где он? Где он? Где он? Где он? Вон он спереди ползет. Вот. Сзади! Осторожно сзади! Ух ты! Я просто половинил. Ближе подлечились. Если что, не поможет. Физика потрясающая. Еще бегут. Надеюсь, все. Вот тут есть средняя аптечка. Нет. Ау. Ну ты чё делаешь? Я не хочу! Время поджимает. Я не хочу еще раз! Это, короче, слышишь? Ты потом знаешь, что сделай? В следующий раз, когда будут бонусные миссии, ты сразу вставляй по каждому вот такому моменту и все. Это же просто гениально. Надо сделать нарезку из бонусных миссий. Я не знаю, каким извращенцем надо быть, чтобы назвать это бонус миссией. А, мы не туда пошли. Слушай, может пойдем назад, а? Я думаю, если мы пойдем назад, то это будет интереснее намного, чем вот это. Я даже не знаю, стоит мне вырезать эту бонусную миссию или нет. Ну это же... Нет, конечно. Ну это же просто звездец, ну это... Столько фана. Это же просто пипец, ну вот как такое можно было сделать? Ну я не буду больше брать этот гранатомет. Я главное пытался осторожно всех уничтожать, убегать, слушать, где враги. А ты взял и веселиться начал. Там возникла непредвиденная ситуация. Сейчас сверху пойдут. Или нет? Вот теперь сзади. Сзади, осторожно. Да взрывайся ты, твою мать! Господи, я стреляю точно в этот прыщ, он не взрывается! Сзади! Сверху! Блин, дробовик Евангелиста жжет просто! Он их отбрасывает и не дает им ничего сделать! Сзади! Сзади, осторожно! Давайте еще по волну. Так мало, интересно. Слушай, не каркай, а! Я пошутил. Сзади! Сзади! Да сколько можно? Да надоело уже! Сзади, осторожно.
Слава тебе, Господи, оно закончилось. Я думал, что я до завтрашнего утра буду сидеть эту херню убивать. Это просто звездец какой-то. Говно голимое. Не подскреб, походу. Я аптечек просрал больше, чем за эту... За эту миссию больше, чем за всю игру. Да я нажимаю! Говно поганое! Да сколько можно, а? Некуда класть. Кривая херня. Нам что, назад? Слушай, похоже, нам идти назад. Здесь даже выхода быстрого нету. Я ненавижу эту игру. Серьезно, нам идти назад. Нам идти назад через ту дверь, через которую мы пришли. Я просто не знаю, что еще сказать. Серьезно, никакого быстрого выхода на поверхность. Слушай, они серьезно нас заставляют идти по тому же самому пути назад? Или подожди, или мы не отсюда пришли? Не, похоже, это другая комната какая-то. Ах, насрать. Я не знаю, я запутался. По-моему, нет. А может быть и да. Нет, мы на этом лифте были, так что... Я в него уже выстрелил просто, так что...